Всем привет, друзья, с вами Амик, и сегодня мы поиграем в игру Save the Girl или Спасти девушку. И в прошлой серии мы с вами, оказывается, не прошли всю игру, а прошли только до 107 уровня, а тут, оказывается, еще, смотрите, 7 уровней! И, кстати, огромнейшее спасибо за вашу активность, за ваши лайки, за ваши комментарии и то, что вы досматриваете от начала до конца ролик. Спасибо вам за помощь. Ну что же, мы с вами сейчас попытаемся пройти все-таки всю игру от начала до конца. Ну как от начала, да, от 107 уровня и до конца. Ну что же, давайте начнем, посмотрим, что нас ждет впереди. О, это что, загрузочка такая, интересно, обновление какое-то. Леон Лов, это, видимо, какая-то рок-группа или стадион. Фу, здесь мой бывший, не хочу с ним разговаривать. Так, а что бы сделать, Леон Лов? Это, а что это за кошелек такой? У меня вот он есть, но... Эй, детка, давно не виделись. О, мы проиграли, друзья, мы проиграли. Но ничего страшного, потому что, ну, у нас еще очень много попыток. Так, ну что, сейчас-то мы точно выберем немножко другой вариант, чтобы увидеть следующую сцену. Ну-ка, 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 ну-ка. А, это гольф-мобиль. А кто это такая? Это наша подружка, что ли? Ничего себе. Спасибо, что подвезла. Да нет, что, подружка, обращайся. О, это кто? Это билет, пожалуйста. А что это у него за такое... Он не похож... Что мне делать? Слушай, это, походу, дело обманщик. Это реально, походу, дело обманщик. Давайте возьмем билет. У нас забрали билет? Контролерище! Ну ладно, давай-ка мы еще раз попробуем этот уровень пройти. И тут... Бада-бум! О, у него шишка. Ну, идем дальше, идем дальше. О, для VIP. Ля, я какой VIP. О-о-о, как повезло. О, а это уже не обманщик. Этому можно в этой очереди мне, оказывается... Че? Давайте кошелек выберем. Да, давайте кошелек выберем. Я не знаю, для чего кошелек. А, типа показать, что мы фанаты Леон Лов. Я понял. Ну, типа, фанатка этой группы. Все, я понял. Ох, мы прошли. Здорово. 3 новых уровня. Мы снова прошли. Так, ну что, мы перешли на 108 уровень. И мне кажется... А, кстати, у меня 1300 монет. Это так-то маловато. Так что мы лучше с вами не будем ошибаться. То я их не хочу тратить. Так, вау, только посмотри... На эти вещи. Что надеть? А, тут ковбой, а это кто? Это кто? Что-то не вижу. А, это фанатка. Сцена там. Следуй за мной. А, ничего себе. Думаю, места в этой стороне. Ха. Так, о, здравствуйте. Она хочет сделать мне макияж. Давайте вот этот вариант выберем. Хотя, мне кажется, это неправильный вариант. Вот. А. Ты не исполнительница. То есть она мне поменяла, и я теперь... То есть она мне сделала макияж, и я теперь не исполнительница? Ну ладно, оставим, я хочу поделать. Это так-то логичнее был, конечно, ответ. О, теперь у нас хоть подкрасили, теперь мы действительно похожи на рок-звезду. Все готово. Ай, спасибочки. Ну что, разминочка перед концертом. Бери свои принадлежности и следуй за мной. У меня, наверное, микрофон, да? Да, скорее всего, микрофонище. Ну, здесь-то я хоть угадал. И то вперед. Так, you save the girl. А, да, я спас девушку. Так, а мы дошли, по сути дела, до самого концерта. Вот оно что. Ладно, давайте дойдем. Посмотрим, что там все-таки на сцене. О, это лучшее место в зале? Она все еще не поняла то, что мы сейчас будем выступать. Она все еще этого не понимает. Ну-ка, сейчас мы выберем. Вот это столько людей, что мне делать? О, барабанщик какой грозный. Мы с вами на рок-концерте. Действительно, мы с вами вокалистка какой-то рок-группы. Леон Лов. Прикольно, смотрите. А что это? Что это у него очки одеты? Это... Ну, красавчик, конечно, красавчик. Так, давай-ка немножко попоем, да, действительно, а то нам... Оу! Миллион, миллион, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна вижу я или ты. Так, давай-ка мы с вами немножко поиграем на гитаре. Вот. Да! О! Я выбрал правильный вариант, серьезно?
Вот это да. Мы с вами большие молодцы. Мне хочется просто очень сильно посмотреть, сколько у нас там уровней осталось. Ну, серьезно. Просто мне... Я реально нашел в комментариях, ну, ваше сообщение, то, что... Амик, ты ж не до конца игру прошел. Там еще уровни, оказывается, есть. Видимо, новые уровни вышли из новых обновлений. Возможно, так произошло. Я вроде смотрел, но после обновлений ничего не было. А тут бах, и уровни появились. Здорово. Идем на 110-й. Как будто сбылась мечта. Слушайте, не, я бы тоже хотел бы побывать на рок-концерте. Стой, как ты сюда попала? Просто... Давай споем. Убирайся! Отдай, говорит, отсюда, это не твое. Ты петь не умеешь, отдай сюда. Ладно, как будто сбылась мечта. Ну ладно, поем еще раз, может быть, нам повезет. Стой, как ты попала на сцену? Чего? Что? Кого? Она просто его связала? Еще один охранник, как мне мимо него проползти? А давай-ка мы, помните, в первой или во втором уровне этой игры, там мы в коробке проползли, когда нас когда нас похитили. А, тут просто спрятались. О, здорово, смотри-ка что. Нам повезло, это круто. Так, ну что, осталось еще пройти немножечко, а? Фанаты ищут исполнительницу. Давайте скроемся за картиной. О, смотри-ка что. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот она, наконец тебя поймали. А кто меня поймал? Ладно, давайте заплатим эти 200 золотых. Жалко, потому что я не хотел ни в коем случае попадаться. Ну, попался. Что делать? Так, ну что, мы с вами зашли в туалет, маскировка сработала, ух, повезло. Да, мы просто переоделись в свой стандартный вид и идем дальше. Кстати, мне кажется, именно этот момент закончился, ну, то есть этот момент с концертами, и я думаю, что будет что-то новенькое и интересненькое, что самое главное. Так, ну что, 111 уровень. Воу, это динозавры! Почему почему свет выключился? Я думаю, что мне пора куда-то там идти. Не успеваю прочитать вообще, как быстро... Да помощь ему бы не помешала. Так, а давай-ка мы ему действительно поможем. Ну-ка, сейчас, смотри. Держи два камня. О-о-о, с ним шутки плохи. Сейчас мы попробуем прочитать заново. Так, читаем. Почему мне свет выключился? А, музей закрывается, я думаю, что мне пора двигаться к выходу. Вот, я понял теперь, к чему это. Нам нужно идти к выходу. Да, помощь ему не помешает. На этот раз мы, естественно, Зипу. Зипа — это, если что, зажигалка. Вот, мы ему дали огня. Воу, огонь, огонь! Я впервые вижу огонь. Спасибо, Дев Мария. Здесь эпидемия чумы. Что мне делать? Кстати, это актуальная проблема 2020. Так, выберем бумагу. О, смотрите, какая... Чтобы пройти, ты должна быть в маске. О, кстати, похоже на наши реалии. Ладно, давайте-ка поменяем. Я просто хотел, честно говоря, проверить, правильный ли это ответ. Пока что все ответы логичны. Серьезно, пока все... Так, что за маленький принц? Ты можешь помочь мне... А, это Наполеон, друзья! Это Наполеон, точно! Он же был маленький, еще есть торт. Кто любит торт Наполеон, плюс в комментарии. Так, давай-ка мы выберем, какой бы нам вариант выбрать. А что он вообще что нам сказал? Я что-то отвлекся, не прочитал, а что-то он нам интересное по-любому рассказал. А, надо коня выбрать. Точно, ему, видимо, конь нужен был, чтобы спастись. А что, статуя? Так, статуя коня что, не помогла, что ли? Так, ну что же, мы идем дальше. На каком мы там уровне ходим? Мне просто не хочется пропустить самый-самый... Да, нам осталось 3 уровня. Тра-та-та, тра-та-та. Идем быстрее проходить. Так, 112 уровень, где я оставил эту круглую... это диск, точно, я помню, что у него был диск. Вот. Да? Оно? Да, точно, здорово. Надо было, конечно, пиццу дать. Мне кажется, ему пицца бы тоже понравилась. Так, ей не помешал бы макияж. Давай-ка ее просто переодеть. Да, потому что, мне кажется... Ну, вот, да, это была отсылка, вот буквально недавно точно такую же картину делали. Так, тут слишком тихо, если бы было... Что мне делать? Так, давай музыку включим.
О, он уснул. Ничего себе. По идее, это мумия, да? Там внутри человек. Ну, либо остатки человека. Я даже не знаю, что там может быть внутри. Так, ну что? Уровень 113. Слушайте, а мы неплохо с вами идем. Я вообще в шоке. Очень неплохо идем. На что он смотрит? Это Галилео, да? И на него яблоко бахнулось. Но это я знаю. Еще себе. Мы ему, видимо, помогли. Его осенило. Я так близко, но мне чего-то не хватает. Золота тебе не хватает. Любому человеку золото. Нет, смотри-ка чё. Оказывается, не золото ему, а вот это бамбук. Ничего себе. Ого. Эврика. Я перепутал время и так. Как мне помочь ему вернуться к правильному времени, в общем? Вы-то можете на паузу поставить, а я не успеваю, что там написано. Буков-то, не знаю. Так, нам бы велосипед ему немножко обновить. Вот, досвидули. А, надо было ракету ему дать. На ракете намного круче. Спасибо, я снова чувствую себя кем-то там. Так, ну что, 114 уровень, друзья. Мы с вами просто молодцы. Мы с вами прямо идем к нашей заветной цели и проходим всю игру. Это мини-город, я уже рядом с выходом. Гигант, взять ее. О, смотрите, как. Смотрите, они какие маленькие. Мы... Надо сдаваться. Я сдаюсь. Больно. Слушай, никогда не сдавайся. Иди до конца. Нам прям на это и намекает игра. Так, ну и... Гигант, взять ее. Сейчас я тебя возьму. Ты че? Иди сюда ко мне. Я просто топнула и все. У них тоже есть самолеты? Что мне с этим делать? Давай-ка разрушим. Чего? А за что меня-то обижают? А за что меня обижают? Я же просто высокая, ну подумаешь. Огнем просто пульнуло. Увидели там? Катапультировались. Этот робот активизируется, что мне делать? А давай-ка его свистнем его. Эй, здорово. О, полицейский? Мисс, музей закрывается. А, мы были в музее все это время. Мы были в музее все это время. 115 уровень, друзья. Мы с вами прошли. Мы с вами просто молочиночки. Мы просто суперски. Так, следующий уровень. Мне просто интересно, какой. О, смотрите-ка. Мы, по ходу дела, вернулись в самое начало. Он идет за мной. Ну, это я помню. Я помню эти уровни. Дай-ка... Не, не надо было это. А, у нее кошелек. Это я уже интуитивно знаю, что нужно отдать. Приходи еще. Так, что? Давай вот банановую кожу. Опа, все. Отлично, все хорошо. Тут все, логика уже натренирована, понимаете? За столько лет у меня уже натренирована по полной... Так. Давай остановим. Следующая остановка. Отлично сработано. Здорово. Все, идем на следующий уровень. Слушайте, а мы что, прошли игру, получается? Все. Подожди. Мы что, всю игру прошли? Воу, друзья, мы прошли всю игру. Вот это да. Слушайте, прикольно, да? Мы прошли реально всю игру. Я надеюсь, что разработчики что-нибудь еще интересное придумают, и мы обязательно поиграем. Так что, если какие-нибудь выйдут обновления, вы обязательно мне пишите в комментариях, потому что я всегда читаю ваши комментарии и стараюсь создавать для вас крутой контент. Так что, друзья, спасибо за вашу активность, за ваши лайки, комментарии и то, что вы смотрите от начала до конца ролики. Огромнейшее спасибо вам за активность. Ну, а с вами был Амик. Обязательно подписывайся на канал, нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить следующую серию. Всем удачки, спасайте своих друзей, вообще всех людей спасайте, если человек в беде. Так что, давайте, всем пока-пока. Бум.